Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый фильм, независимо от того, какой техникой он сделан, игровой фильм или анимационный, рисованный, начинается со сценария. Роль кинодраматурга, разумеется, первостепенна в создании фильма. И мне очень приятно, что сегодня мы будем говорить об одном из самых знаменитых и известных кинодраматургов Тонино Гуэра. Это итальянец, но жизнь его связана так или иначе с Россией и творчество в первую очередь. Тонино Гуэра работал в Италии в художественном кино, работал он с замечательными итальянскими мастерами современного фильма. Он работал с Микеланджело Антониони, с величайшим Федерико Феллини. И как-то так получилось, наверное, все-таки неминуемо, что Тонино Гуэра обратился, в конце концов, к анимации. И выбор его пал на российского режиссера, тоже теперь всемирно известного, Андрея Хрыжановского. Они сделали вместе два фильма. И, конечно, в наших передачах вы их увидите. No, io credo che siano due leoni. Я думаю, что это два льва прежде всего. Credo che il leone sia Andrei. Думаю, что лев настоящий это Андрей. E io sia il signor Peretti. А я все-таки сеньор Перетти, дрессировщик цирка. Уважаемая публика, сейчас Амедео по прозвищу Тео исполнит сложнейший трюк. Прошу вас соблюдать полную тишину. Лев, воспитанный исключительно моим терпением, исполнит невероятное двойное сальто. Ha scritto un giornalista inglese. Bravo! Brava, Agnetto! Говорят, что он похож на меня, и я не буду кокетничать и говорить, что ах, ах, как это так, этого не может быть. Дело в том, что у этого обстоятельства есть очень конкретная мотивировка. Бархин, рисуя эскизы, делая раскадровку, он все-таки смотрел на меня, а я перед ним, значит, изгалялся как мог,
ну, пытаясь проигрывать какие-то сцены. И таким образом невольно принимал какие-то такие характеристики. Он долго мучился, кому отдать предпочтение, своей любимой собаке, такси, или мне. Но, значит, собак он любил больше, но портретном образе все-таки воплотил скорее меня больше, нежели собаку. Когда я прочитал «Спасибо моей семье», не могу не рассказать эту историю. Я приезжаю как-то в Переделкино, где мы снимали дачу, и застаю в слезах жену и сына. Они плачут над сказкой Гуэры «Лев с седой бородой». Я прочитал эту сказку и понял, что мог бы получиться фильм. Попросил Гуэру написать сценарий. Он записал что-то и даже зарисовал на странице или двух. И наговорил на магнитофон этот сценарий. И вот это явилось толчком уже к развитию фильма. Вот в этом маленьком городке, Пенабилле, и живет Танино Гуэра. Abitava un pittore che aveva 6 anni più di me ed era un uomo straordinario e raffinato. Я помню двор, маленький двор, мне тогда было 12 лет, и рядом жил один художник, ему было на 6 лет больше, чем мне. Это был удивительный человек и очень тонкий. Пьёвый. Шел дождь. И пьёве anche adesso, quando ricordo. И сейчас тоже идет дождь, когда я вспоминаю. E questo amico mi faceva vedere come sotto il fico l'aria era verde. И этот друг мне впервые показал, как под инжиром воздух был зеленым. Mi indicava le orme che lasciavano le tre galline. Он мне показывал следы от 3 куриц на мокром песке, на мокрой земле. Ho capito molto dopo che c'era tutta un'atmosfera orientale. И много времени потом я понял, что это была совершенно атмосфера Востока. Следы куриц, как иероглифы, зеленый воздух под инжиром. Танино продолжает свой рассказ. И тогда я начал писать. Первая сказка была о пауке. Паук влюбился в светлячка. Он все время ждал этого светлячка. И вдруг однажды он увидел луну, которая взошла на небо, и он подумал, что это и есть его светлячок. Луна отразилась в маленьком колодце. Паук бросился туда и погиб. Это была первая сказка Танино. E solo dopo molti anni, quando avevo 22 anni ed ero prigioniero in Germania, che mi sono messo a fare delle poesie in dialetto romagnolo. И только прошло уже достаточно лет, и когда мне было 22 года, и я был пленником в Германии, я начал писать стихи на диалекте романьоло. И Танино продолжает рассказ о своих первых шагах в поэзии. Когда человек страдает, он предпочитает говорить на языке своего детства. И я писал для пленников из Романии, которые тогда были рядом со мной. Я старался писать для них, чтобы быть к ним ближе. Каждый вечер я давал им маленькое представление. Я читал им стихи, которые придумывал и запоминал. Thank you.
ho dovuto dimenticare la poesia e il mio scrivere personale per dedicarmi completamente al cinema. И вот потом много-много-много лет я должен был забыть о собственной поэзии, о собственном писании, потому что я посвятил все вот многим режиссерам и кино. И Танина продолжает. Меня все спрашивают, всегда задают один и тот же вопрос. Как же тебе удавалось работать с такими разными режиссерами, в таких разных стилях? Ну, давай же. Ну, я прежде всего чувствовал себя поэтом. И каждый режиссер брал от меня, как от поэта, то, что ему было нужно. Именно ему. Вот так. Думай о том, что я тебе сказал, не расслабляйся. Нет, голову вверх. Ради меня, дорогая, ради меня. Еще. Да. Когда Танино Гуэра работал с Андреем Тарковским над сценарием фильма «Ностальгия», они как-то на 13-м километре под Римом в одном из ресторанов обедали. И тогда бывший с ними Федерико Феллини спросил Андрея Тарковского: «Как тебе работать со Станино?» Тарковский ответил: «Он поэт, мне с ним легко». Феллини улыбнулся и сказал: «Это должен был первым сказать я». Танино продолжает. «Моя поэзия не кончилась, моя личная поэзия. Она всегда была рядом. Раньше сценарист писал все. Первый план, досконально все. Движение руки, эмоции, атмосфера. Написанный и раскадрованный рассказ. Как-то я остановился у окна в доме, где жили Феллини и Тарковский. Я смотрел на внутренний дворик, на стены этого внутреннего дворика, и вдруг увидел, как эту стену как будто кто-то стал грязным пальцем пачкать. Это показалось мне странным. Откуда эти пятна стали появляться? Это длилось всего одно мгновение, потому что потом хлынул дождь, а то были первые знаки этого дождя. Вот так с дождя мог начаться фильм. Может, мне удалось что-то посоветовать, чему-то научить великих режиссеров. И мы сегодня начали наш разговор с того, что я научился любить дождь, видеть его, видеть в своем собственном дворе. Сейчас в кадре вы видите человека, скрестившего руки на груди. Это Марк Лиховецкий, зачинатель нашей передачи, режиссер нашей передачи. К сожалению, его уже нет с нами. Хржановский продолжает о Танино Гуэра. В 70-е годы это был просто человек с Луны. Потому что мы знали кое-что про иностранцев, про их активность творческую и деловую. Но наблюдать в жизни человека, у которого ни одна секунда не проходит впустую, и она, эти секунды растрачиваются не на какие-то, так сказать, меркантильные вещи, просчитанные в уме, а просто является единственно возможной формой существования. Когда полгода назад
мы ехали в Киев, чтобы отправиться в путешествие по Днепру, пограничники нас высадили в станции Конотоп. Семейство Гуэры, их итальянских друзей, и я, естественно, разделил с ними добровольно эту участь. И, конечно, это было очень неприятно. Это все происходило в 5 утра. Мы оказались в каком-то зачуханном, просто, ну, до неприличия, то ли сараи, то ли бараки. И все как-то были растеряны и подавлены, все, кроме Гуэры, который тут же достал блокнот, карандаш и стал работать. Вы видели рисунки Танина Гуэры, в которых он использует фольклорные мотивы. А вот и мебель, сделанная по его эскизам. Вот что он сам говорит об этой необычной мебели. «Хочу дать этой мебели ощущение того, что ее делали крестьянские руки с большим опытом, с большой любовью. Хочу, чтобы, глядя на эту мебель, каждому казалось, что он сделал ее сам. И чтобы была загадка, как же эта мебель открывается, чтобы была тайна, маленький секрет. А это самые первые рисунки Танина, еще университетские. Это сатирические рисунки, иллюстрации к известным изречениям и цитатам. Вот, например, «Возьми кольцо, тебе дарю». Вот такой мягкий, гуманный юношеский юмор. Когда Танина переехал в один из старинных городков, он начал думать о том, что он может сделать для этой долины. Первое, что он сделал, это сад забытых фруктов. Там собраны фрукты, надеюсь, живые, которые исчезают с лица земли. Ему хотелось бы, по его словам, через запах, вкус найти прошлое. Он сделал много всяких вещей, фонтаны, один как ковер летит над водой. Он настоял на том, чтобы восстановили церковь, которая стоит на скале. Теперь все это действительно как спектакль. Врата сделал ведущий итальянский скульптор. Он сделал такую дверь, которая собирает все закаты. А вот керамические иконки, которые друзья ему прислали со всего мира. Я счастлив, что мы снова встречаемся с вами. Прошло 10 лет с того времени, как мы виделись с вами в последний раз. Мне выпала большая честь представить вам великого Амедео. Сегодня он выступит в необычной для него роли помощника иллюзиониста. Как же так? Ты еще здесь? Ты что, забыл, что ты должен делать? Повторить. Прошу извинить животное. Цирк? Цирк – это особая статья. Вы понимаете, ну, будем считать это случайным совпадением наших интересов и вкусов, но выяснилось так, что Танина обожает цирк не меньше моего, и оба мы любим его так же страстно, как его любил Феллини. И я помню, как я повел Лору и Танина на какое-то представление цирка Шапито на набережной парка культуры. Танина был, то есть ни один из зрителей, среди которых было много детей, а уж детей вроде бы в реакции никто не может превзойти. Вот еще одним ребенком был Гуэра. Танина, любовь женщины в вашей жизни,
переносилась ли эта личная тема на экран ваши фильмы? L'amore, donne, nelle vostre vite, e questi temi sono entrati nel cinema o no? No, scusate, penso, ma poca roba. Come, ma любовь и женщины, poca roba? No, nel cinema, слушай, я забил. No, правда, я забил. Ed è per questo che in questo momento sono un po' preoccupato per i cartoni animati. И вот почему сейчас, в этот момент, я несколько обеспокоен действительно за судьбу анимационного кино. Все мечтают о свободе. Наконец-то она есть и у тебя. Guarda che bel paesaggio. Смотри, какой пейзаж. Dove c'è tutto l'acqua. Вода, трава, все, что тебе нужно. Мой хороший, мой славный. Guarda la luce, la luce. Смотри, как светит луна. Как прекрасен мир. Guarda, è un mondo formidabile. La luce chiara. Silenzio. Как хорошо. Тишина. Я приму таблетку. Мама, ты? Да, тоже. Хочешь и ты? Ну, давай, нет, листай. Браво, браво, да. Ну, ладно, как хочешь. Годите silenzio. Abbracciamoci per l'ultima volta. Обнимемся в последний раз. После стольких лет любви. Adesso avanti. Ну, я пошел. Grave problema, perché i film americani, specialmente quelli di Spielberg, rubano tutto quello che era l'abbondanza di fantasia dei cartoni animati. Ну, в том числе фильмы Спилберга воруют ее место, место анимации, то место, которое она занимала с ее фантазией, бьющей через край фантазии. Компьютерная техника делает анимацию холодной. Мы удаляемся от нежной поэзии, которую нам давали мультипликационные фильмы. Атрибутика анимационного кино перешла в художественное. Зато анимация сейчас нуждается в истории. Поэтому мне хочется, чтобы анимация сейчас наполнилась поэзией, настоящей поэзией, полной деталей. Итак, наша первая встреча с Танино Гойрой состоялась. Intanto io sono un uomo che non faccio molta differenza tra l'uomo e un cane fedele. Non faccio molta differenza, una grande tenerezza anche per le foglie. Должен сказать, что я как человек никогда не делаю большой разницы между человеком и верной собакой. Нежность же испытываю и к листьям, которые падают. В следующей нашей программе вы увидите фильм Танино Гойры и Андрея Хожановского, снятый по рисункам Феллини. Ну что ж, до скорой приятной встречи. До свидания.